Турыстычны форум «Профтур-2019» прайшоў у Гомелі. Яго ладзіла унітарнае прадпрыемства «Беларус-турыст» пры падтрымцы абласнога аб'яднання прафсаюзаў. Сёлета штогадовая выстава памяняла свой фармат. Калі раней яна праходзіла толькі ў сталіцы, зараз у кожнай вобласці Беларусі. Форум наведалі прадстаўнікі прафсаюзнага актыву з усіх рэгіёнаў вобласці, прадстаўнікі прафсаюзнага туроператара і іх партнёры з іншых краін. Ім прэзентавалі новыя анімацыйныя праграмы, аздараўленчыя комплексы и экскурсийные туры. Все свои 68 лет «Беларус-турист» прежде всего занимался внутренним туризмом. Мы любим, знаем нашу родину. Ну, возможно, не все исторические и красивые места нашей страны открыты. Вот этим «Беларус-турист» занимается ежегодно. Поэтому, конечно, в первую очередь, это новые маршруты по нашей стране. Это традиция у «Беларус-туриста». Каждый год мы представляем, ну, прежде всего, конечно, членам профсоюза, учитывая, что мы профсоюзный туроператор, и жителям нашей страны, и, конечно, гостям нашей страны представляем новые туры по нашей Беларуси. Акрамя вандровак по Беларуси, «Беларус-турист» робить ставку на туры у России, Украину и Европу. Одна из новинок – подорожа в Испанию. Попытом корыстаются летние и зимовые туры у Карелию. Отпашить можно будет и на Черном море, у санаториях «Укрправтур». Туристам так само пропонуют наведать сорочинские кермаши, провести каляды на хуторы поблизу Диканьки. У рамках форума «Беларус-турист» так само отзначил подяками тех, кто неизменно подтримливает профсоюзного туроператора.